Вообще вся эта история с ОДКБ очень осталась непонятной, потому, то есть для нас достаточно понятной, но непонятно сейчас, что происходит, они 5 дней здесь будут сидеть, что изучать непонятно, если... Нет, да. Они ничего изучать не будут. Они приехали сюда покушать кебаб хурубат, попить армянского коньяку, произнести какие-то идиотские пустопорожние слова. Как один ничего не значит, в телеграм-канале написал, они будут изучать, как Армения сама напала на Армению. Да, да, конечно. Ну, для них же это привычно все. Вопросы выхода из ОДКБ нет в повестке дня. Очень напрасно. Очень напрасно. Уж казалось бы, куда более удачный момент можно для этого придумать?